Дональд Трамп уверен, что его победа на президентских выборах в США станет для мира еще большей неожиданностью, чем Брексит, возможность которого многие до последнего отказывались верить. Кандидат от республиканской партии неоднократно заявлял о том, что давно не доверяет соцопросам, которые упорно прочат президентское кресло Хиллари Клинтон. Хотя на случай поражения у него уже тоже есть идеи. Трамп намерен стать телезвездой. «Это последний раз, когда нам предоставляется шанс выиграть. Поверьте мне, что это так. Такая блестящая работа. Мы должны всех объединить. Мы должны пойти и проголосовать. Это будет как Брексит. Вы увидите. Поверьте мне, так и произойдет». Ранее Трамп говорил, что если проиграет, то не признает итоги выборов. Для Хиллари Клинтон это означает прямую угрозу американской демократии, о чем она заявила, выступая в Кливленде в Огайо, ключевом штате, без которого ни один республиканец не выигрывал президентскую гонку. «Я хочу сказать кое-что людям, которые хотели голосовать за моего соперника, но сейчас сомневаются. Я знаю, что у вас все еще есть вопросы ко мне. Я уважаю это и хочу на них ответить. Я хочу заслужить ваш голос. Я хочу добиться всех американцев, демократов, республиканцев, независимых. Я думаю, что Америке нужен каждый из нас». Выборы в США состоятся 8 ноября. Согласно последним соцопросам, разрыв между Клинтоном и Трампом за последнюю неделю сократился с 7 до 4 пунктов. А по некоторым данным, разница составляет не более 1%.